Казалось, что Агата Муцинийце уже забыла своего экс-супруга и сосредоточилась на карьере. Однако накануне артистка призналась, что до сих пор не излечила свое сердце. Лена Миро высказалась о личной жизни звезд. По мнению блогерши, Муцинийце специально сказала это, так как отношения Прилучного с высохшей мадам Карпович заваливаются в штопор. «Слышишь, Павлик, Агатка готова тебя принять, потому что она однолюб, вот так преданность. Никак женщина не излечится, что там у вас, Карпович? Ах, не сложилось? Тогда я жду тебя. И буду ждать, пока ты там не нагуляешься», — написала Лена в своем блоге. Блогерша заявила, что сначала посмеялась над хитростью Агаты, а потом подумала, что им с Прилучным действительно стоит снова сойтись. «А теперь же все предельно вам друг про друга ясно. Не надо будет врать, что помадой воротник испачкали по сценарию фильма, который не вышел, что вернулся под утро ты после сцены погони, а не постельной сцены», — высказалась Миро.